Всем привет, друзья! Меня все еще зовут Алена, если вы не забыли, и это большой новогодний влог. Доказательство, что этот момент подходит под любую музыку. Ну и как вы наверняка догадались по этим кадрам, здесь я устанавливаю и наряжаю елку. У нас каждый год елку наряжаю я. Смотрите, какая красота, какая я молодец, господи. И у нас есть вот такой вот красный шарик. И я сколько-то лет назад придумала такую фигню, что вот именно этот шарик на елку должна вешать именно моя бабушка. После чего мы поехали в магазин за продуктами, а также я купила некоторые подарки для своих любимых подружек. Вот в этом замечательном рюкзаке просто ящик Пандоры, там хранятся подарки, которые я купила для своих любимых прекрасных людей. Сейчас я буду их, во-первых, показывать маме. Или не буду. А во-вторых, буду упаковывать. Мне вчера сделали маникюр. Вчера же? Или не вчера? Вчера, короче, мне делали маникюр. Я думала, что я вот такая красивая с этим маникюром, с платьем новым, которым вон там вот лежит, красивая, замечательная, я выбирала. Я думала, что в этом всем я красивая такая, приду на Новый год, скажу всем здравствуйте. Я это принцесса. А нам отменили Новый год. Нового года не будет. Это моя вторая такая штука. Все говорят, что она спасает вообще все, но моим дохлым губам, видимо, ничего не помогает. Что ж, доброе утро, Матвиенко в действии. Выгляжу офигенно. Сейчас хочу немножечко прибраться у себя в комнате. Это Валера. Это уже мой Валера! Еще вчера купили вот такую штуку. Пахнет, я бы сказала, приторно сладко. Ёшкин, не падай! Я подготовила всякую упаковочную фигню в виде коробочек и упаковочной бумаги. Мандаринг. Ма, на. Чин-чин. Я умею жонглировать. Время вечер. Мы тут виделись часов 12 назад. И я наконец-то упаковала подарки. Сижу тут, значит, снимаю тиктоки, кинула туда себе гирлянду, просто я мастер декора, девочки. Привет,
Ну а тут с невероятно довольным лицом я слушала лекцию по русскому языку. В общем, отмена, ребята. Я закончила снимать видео полчаса назад, решила посмотреть, что же у меня там получилось, зашла в галерею, посмотрела. Видео сохранилось без звука. Все 40 минут, которые я сняла, без звука. Так может повести только мне. Но зато я нашла камеру, поставила ее на зарядку. И я надеюсь, что вечером у меня получится снять это же видео еще раз. Мне обидно капец, типа. Я потратила 2 часа своей жизни в никуда просто. Депрессия. Что ж, дорогие друзья, мы на кухне, а это значит, мы будем... готовить. Это все не мои игры. Я не сижу в одноклассниках, но обои ставила я. Видно сразу просто. Посмотрите на него. Шикарно. Короче, дорогие друзья, я начистила, порезала все, что нужно для ужина. И сейчас я буду искать, что мы будем готовить на Новый год. Мне нужно составить меню и список покупок. Что мы будем готовить. Вот. Google. Какая прелесть, боже мой. Салат-кролик. Слоёная картошка на все случаи жизни. Это название. Если вы не сдали ЕГЭ, слоёная картошка. Если вы порвали гирлянду и у вас ее больше нет, слоёная картошка. Салат, блин, рыбная фантазия. О чем она может фантазировать? Это рыба. Этих названий, блин. Салат Елена с ветчиной. Кто это придумал, господи? Наваждение. Это тоже название салата. Где я? Что ж, я только что закончила снимать видео на вот эту вот малышку. Если вдруг это видео вышло раньше, то ссылка на него будет в описании. Я устала. А мне его еще монтировать. Ура! Время без 20:11. Я амбассадор Мегафон. Сейчас буду кушать мандаринки и смотреть новогодние контакты с Сережей. Господи, как я долго их жду. Еще чай буду пить. Спокойной ночи. В смысле? Ну он там шел, потом пробежал, потом опять шел. Мы Если считаем... пробежал. Чин-чин. Ну там вдруг шел, вдруг шел. Знает ли Мешков, Карина прекрасная в Хани-Бане? Спасибо. Что за смешки у вас тут? Ну это... Что ж, ребята, новый день, новые трудности и сложности. Короче, с утра у меня были какие-то домашние дела, которые я уже все сделала. И сейчас я буквально за 20 минут собралась. Меня позвали в кафе с одногруппницами сестры моей подруги. Да, так вот, вот такая я красивая. И сейчас вот поедем. Я еще захвачу подарочки, которые должна им отдать.
Я не вырежу это. Так. Сейчас я сначала вот так. О, мой бог, это лучшее, просто лучшее. Ничего не видно, но это шикарно. Я вставлю фото потом. Боже. Просто шикарно. Короче, вот эта прелесть вся такая вкусная, красивая поближе. Ну, конечно, герои всего вот этого, вот эти замечательные женщины. Вот, висят две девочки хорошие, красивые. Ну, я пониже тут. Ой. Так, да, это у нас же традиция, блясточка выпала. Свиток. Желательно вслух. Я потому что за стих, я не отвечаю за то, что там написано. Там придумано. Я это сделала неделю, наверное. Да, там много блесток. Я люблю, когда ты так делаешь. И от Петрокомикса. Я как раз переживала, что у меня в этом году нет новогодних носов. Теперь есть. Это ты, наверное, любишь, но она очень красиво выглядит. Она мне чудо нравится. Можешь вот так поставить? Ты ее повешу над кроватью. Да, чуть-чуть. Не просто же так. Реально тоже надеюсь. Я думаю, реально куртки не хватает. Он все остальное принес, наверное. Честно, я думаю, что очень это же было. Я видела в магазине. Я укатала. Это на глазки, на щечки, жидкие блестки тени. Будем вместе пытаться. Почему нет? Попробуем пытаться. Да, неплохо пытаться. А зачем? А. Интересно, что я туда поломила? Вы же сама забыла? Это закладка для книг, да, и для чего другого. Вот так. Барбара, вы маленький. Мне 17. Какая же кофточка только синего цвета? Что ты не надела? А что ты мне не сказал? Здравствуйте. Меня покажи, меня покажи. Меня. А что он будет изучать? Математику? У нас будет математика, русский, латинский, культура. Ой, бай, физкультура. Крепость. В общем, посидели мы классно, мы много покушали и много-много-много смеялись.
булочки? Ты стала меня с этим биологом? Я красивая. Мы прямо идем. Мы стоим. Где женихи ваши? К сожалению, нет. Остались дома, да? Да, мы их не взяли. Да. Сбежали, да? Угу. Один день можно сбежать, да? Конечно. Можно и так. В этот день мы пошли гулять с подругой и обменялись подарками заодно. Та-дам! И обниматься. Какая ты жопа получилась. Давай еще раз. Время не детское. Вон там луна сверху. Мы с Дашей нагулялись, расстались. И с подарочками пошли по домам. Итак, дорогие друзья, распаковка подарочка замечательного вот этого. Тут у нас такие конфетки. О, резиночка, пушиночка. И бьюти-блендер. Как раз мой уже убит просто в хлам. Дальше у нас тут какая-то лип-эссенция. Но это, вероятно, что-то для губ. Это баночка какая-то. Это мусс для тела у нас. И знаете... Я точно такую же Даше подарила. Даша, я тебя люблю. Спасибо большое за твой подарочек. Я надеюсь, мой подарочек тебе тоже понравится. Спасибо большое тебе. Сегодня маска с ромашкой, девочки. Время 10. Я буду варить макароны. Сейчас еще хочу поковариться макароны. Отсмотреть видео, которое я смонтировала вчера. Возможно, внести некоторые правки. А так, по идее, оно должно скоро выйти. Я надеюсь, оно выйдет до Нового года. Скорее всего, она уже вышла. Ссылка в описании. Я вас жду. Что ж, дорогие друзья, без 20:12, 31 декабря. Мы сейчас с дядей поехали в магазин за фунчозой. Вот такие дела. Сегодня будет дофига готовки. И вот это вот все. Хлопайте. Идите выше и выше. Мама. Дарила позже все. Не падает вообще. Что-то летит у нас. Вот такие покупал. Классно. Штук 20 вот таких покупал. Вот включай зажигалку. Ух ты. Вот это еще сильнее бьет. Покупал вот такие штуки. Вот это. Что, ну нифига не видно. Надо было поставить вспышку. А нет вспышки. Музыка есть? Нет. Хорошо. Я это знаю. Хорошо. Все будет хорошо. Хорошо все будет. Селёй. Чукаешь, что ли? Мам. Не чушу салют. Опа-ра-ба-ба. Весна это не побьют. Опа-ра-ба-ба. Да.
Что ж, картина называется «Утренний опух над нами проплывает». Я уснула часов 3, возможно, даже чуть позже. Проснулась в 11. Мне было вечером очень не очень, потому что я дофига всего съела. Так вот, вообще хотелось бы сказать вам немного о своих целях на этот год. Первое, что я хочу, это я хочу развивать YouTube-канал, потому что в каждое свое видео я вкладываю всю энергию в монтаж. Я безумно люблю съемку видео, для меня это что-то очень важное, правда, типа... Даже несмотря на то, что мои программы тупят, мне не хватает памяти, там отсутствует звук, постоянно всякие проблемы, но я все равно так люблю это занятие. Мне так нравится снимать видео, и я надеюсь, что вам нравится их смотреть. Вот, хочу заниматься каналом, потому что я занимаюсь Ютубом с 12 лет, и только в сентябре 22 года у меня плюс-минус начало что-то получаться, на меня стали подписываться люди наконец-то, потому что до этого я снимала, ну, как говорят, в стол, типа, в никуда, можно сказать. И я хочу сказать огромное спасибо каждому человечку, который смотрел мои видео, как-то их поддерживал. Для меня это, правда, важно. Также хочу немного измениться в лучшую сторону, конечно, потому что у меня есть некие проблемы с эмоциями. В какой-то момент я стала всегда улыбаться, и для меня это стало как дышать, типа... Я даже не замечала, что я всегда улыбаюсь, всегда шучу, всегда смеюсь. Из-за этого я как-то немного... потерялась в эмоциях, потому что я уже не поняла, где они настоящие. Это странно. А вот гнев выражается у меня просто замечательно. Хочу меньше гневаться. Ну, а вам хочу пожелать таких банальных, но невероятно важных вещей, как здоровье, счастье, любовь, денег. Много. Это важно. Все у нас будет с вами хорошо. Огромное спасибо за просмотр, а я буду монтировать этот влог все свои зимние каникулы, потому что я наснимала огромное количество материала, даже сейчас, вот 4 минуты, куда столько. Огромное спасибо за просмотр, я вас безумно люблю, и я с вами не прощаюсь, потому что встретимся правильно в следующих или предыдущих видео. Сначала. Раз, два, три. С Новым годом!